Меня зовут Лиля, мне 16 лет, я из Крыма. У меня диагноз спинальная мышечная атрофия. Жить становится все труднее, я уже не могу нормально сидеть, даже со своим корсетом я и сейчас опираюсь на ручку кресла. И если эту ручку убрать, я просто упаду и не встану. Это очень для меня важно. К тому же люди с таким диагнозом долго не живут, а эта операция способна продлить мою жизнь, сделать ее длиннее для того, чтобы я успела достичь всех своих целей и исполнить большинство своих мечт. Таких денег у нас нет. Я прошу помощи у вас. Для нас, для меня важен каждый рубль, каждая репость.